Мы на месте. Мы приветствуем Арунаса. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Я даю команду, значит, три сканера сканирует пространство над головой Арунаса под ногами. Он кихтел Арунаса, находит все. Он говорит, что я держал себя как мог в чистоте. Это видно? Вы чисты? Ничего у вас нет. У него нет интерферентов, энергии сбились немного. Хорошо, давай заправим его энергией. Посмотри, сколько энергии и какая частая вибрация максимально комфортная для Арунаса. 320 и 26. На счет 3 макушку головы Арунаса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Вот эту команду вы должны давать и синхронизировать эти энергии и гармонизировать Арунас. Он должен представлять их. Он должен их представлять по цветам радуги и как они синхронизируются с вашими тонкими телами. Готово. Хорошо. Так, у нас остались 10 вопросов к высшему я Арунаса. И сейчас мы будем приглашать в нашу комнату диагностики куратора Арунаса Лариону. Лариона, мы просим прийти вас в нашу комнату диагностики. Рада приветствовать всех в этой комнате. Не так давно встречались. Это очень радует и дает определенный свет или энергию, наполняя меня. Замечательно. Мы очень рады видеть вас, Лариона. Я же говорю, мы не прощаемся. Всегда встречаемся. Повторно. Уважаемый Лариона, сегодня этот момент настал. Мы бы хотели вместе с Арунасом, согласно его просьбе, подняться на уровень, на 13 уровень высшего я Арунаса, где он хочет задать 10 вопросов. И я буду рад, если вы нас сопроводите в этом подъеме. Благодарю за эту честь. Отлично. И, Верочка, бери Арунаса, и вместе с Арунасом, Ларионой и мной поднимаемся на уровень высшего я Арунаса. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел подъем. Здесь. Снимаются все маски и голограммы, все вокруг предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Мы просим сейчас высшее я Арунаса выйти к нам. Уважаемое высшее я Арунаса, выйдите, пожалуйста, к нам. Мы хотим задать вам пару вопросов. Я приветствую вас на уровне высшего я. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит первого в данном виде. Мы приветствуем вас, уважаемая высшая я Арунаса. Меня зовут Влад. Рядом со мной Вера и ваша частичка Арунас, а также куратор Лариона, с которой мы уже имели честь чуть раньше встречаться. Мы очень рады здесь присутствовать. Арунас изъявил желание задать 10 вопросов своему высшему я. Будете вы так любезны представиться, как нам обращаться к вам? Ги. 10 вопросов, которые Арунас хотел вам задать. Будьте ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Слишком много женской энергии вокруг Арунаса, поэтому здесь я предстаю мужской энергии. Зовите меня Ги, и я отвечу на вопросы, которые помогут ему. Остальные вопросы, они пустые. Как вы решите? Вы знаете свою половинку лучше. В конце концов, идет, уважаемый Ги, речь о вас. Поэтому совершенно верно. Мы об этом знаем. Благодарю вас. Я тогда начинаю с приветствия. Благодарю мое высшее я за встречу и выражаю свою искреннюю благодарность и любовь. Я понимаю, что после смерти моего нынешнего биоробота я вернусь в кавычках домой и все вспомню. Но для дальнейшего духовного развития я хочу задать следующие вопросы. Первый вопрос. Моя душа родилась на Арктуре. Сколько земных лет назад это случилось? 42 тысячи лет назад. Благодарю вас, уважаемый Ги. Второй вопрос.
Для какой цели моя душа была скрещена с энергиями Млечного Пути? Энергия Млечного Пути – это мягкая оболочка, которая смягчает энергию Арктура, защищая ее, смешивая холодное с теплым. Я благодарю вас. Третий вопрос. Является ли моя жена, мать, сестра родственными душами? Или, может быть, другие друзья вокруг меня таковыми являются? У тебя есть родственные души рядом с тобой, их двое. Их энергию ты будешь чувствовать, она особенная. Ты знаешь ее с прошлых жизней, из прошлых воплощений. Это не значит, что они будут с Арктура, как ты. Такие души присутствуют рядом с тобой. Как я уже сказал, их две. Здесь не нужно слов, чтобы понимать, кто это. Он все это знает. Благодарю вас, уважаемый Ги. Позволите переходить к следующему вопросу, четвертому. Пожалуйста. Мой отец умер, когда мне было 10 лет. Можете ли вы мне сказать, что с его душой? Если возможно, передайте ему, что я благодарен за все, и что я понимаю, что без него я бы не был тем, кем являюсь теперь. Прекрасный вопрос. После окончания жизни душа перешла на свой уровень, постепенно осознавая каждый прожитой жизни на Земле. Ты для него был определенным уроком, так же, как и он для тебя. Все тепло и счастье твоего рождения осталось в глубине его души, а также все чувства, связанные с этими событиями. На сегодняшний день его Высшее Я находится на 12 уровне. Если тебя это успокоит или приведет в какое-то сбалансированное состояние, я бы добавил, что его душа счастлива. Это очень важное замечание. Я благодарю вас, Ги, за эту исчерпывающую информацию. Вопросов нет. Можем продолжать дальше? Да. Пятый вопрос. У меня было 14 воплощений на Земле. А сколько на других планетах и на какой из этих планет я был самый высокий уровень плотности? Такой вопрос. На Уране некомфортная плотность, если ты говоришь про планеты, галактики, Млечный Путь. Я не знаю, о чем он говорит, честно говоря. Но его интересует, сколько у него было воплощений на других планетах и на какой из этих планет был самый высокий уровень плотности. Насколько это релевантно, я не знаю. Вы себя лучше знаете, уважаемый Ги, что он имеет в виду под этим вопросом. Мы знаем информацию на Земле, что есть различные плотности. И чем выше плотность, тем, видать, разница. У тебя были тысячи воплощений. Некоторые из них были очень короткие, и я бы назвал их миг. Воплощений было масса, время истечения везде по-разному. Где-то это миг, но за миг ты можешь понять то, что принесет твою душу выше. Я не могу посчитать в человеческом понятии все свои жизни. Воплощения. И дать тебе определенный номер. Я уже сказал, сколько лет моей душе. 14 жизней ты провел на планете Земля. Все остальное были разные воплощения, созидания и жизнь, прожитая на Арктуре. Благодарю вас за этот ответ, уважаемый Ги. Позволите переходить к шестому вопросу. Позволяю. Сколько я набрал негативной энергии? 22%. Благодарю вас. Седьмой вопрос. На что мне следует обратить внимание в этом воплощении для ускорения моего духовного развития? На твои чувства. Чувства преследуют тебя на протяжении всей жизни. Медленно, по крупицам, ты собираешь их, наполняя свою душу разными чувствами и эмоциями, начиная от запаха цветов, других мелочей, связанными обонянием, ты наполняешься им, и это радует тебя.
Обрати внимание на эти мелочи, и ты будешь понимать, что они важны твоей душе. Любое чувство, связанное с рефлексами, наполняет тебя радостью и питает. Не проходи мимо этого. Теперь ты будешь понимать, почему, и собирать в свою копилку души разные оттенки чувств. Я хотела бы еще добавить про человеческие отношения. Это тоже относится к этой категории. Наслаждайся этими отношениями. Чувствуй энергию этих отношений. Собирай этот позитив в свое сердце. Очень красивые слова. Благодарю вас, Ги. Вы закончили? Я могу дальше переходить? Да. Девятый вопрос. Когда я был в Египте, у меня появилось чувство, что я здесь уже был. И в одном месте почувствовал сильный страх и хотелось бежать оттуда, хотя никто мне не угрожал. Это воспоминание из прошлой жизни? Генетическая память. Одна из твоих жизней проходила в Египте. И что там случилось, что он так боялся, если уже можно спросить вас? Он был рабом. Боль испытывал, физическую боль. Для чего вносить эту боль в другую жизнь? Там был получен опыт. Нужно идти дальше и получать новый опыт и новые чувства. Благодарю вас, уважаемый Ги. Позволите переходить к последнему, десятому вопросу? Да. Чем я могу помочь другим душам на Земле? Позитивом. Своим позитивом. Энергии, которые исходят от тебя, притягивают людей, так как чувства, накопленные в тебе, ты чувствуешь по-особенному. Ты излучаешь этот свет, и люди притягиваются, автоматически изливая тебе свои проблемы. Просто выслушав и ответив позитивом, ты можешь помочь многим успокоиться, но при этом не забывай, что ты должен защищаться и не стать помойной ямой для слива негатива. Последние заключительные слова. Благодарю вас, уважаемая Высшая Я, за ваши ответы. Желаю нам обоим развития и продвижения наверх. Ваша частичка. Благодарю за эту встречу. Я бы хотел добавить, что энергии Млечного Пути ты можешь выставлять вокруг себя как защиту. Об этом куратор уже говорил, и мы повторяем это, безусловно. Это очень важная и очень сильная защита, она отражает весь негатив, который приходит. Уважаемый Ги, у нас есть очень добрая традиция, как в комнате диагностики у нас, так и с Высшим Я. Когда мы встречаемся всем кураторам, учителям и Высшим Я, мы делаем всегда один определенный подарок. 14 ваших воплощений прошли на Земле. Позвольте вам преподнести в знак этой благодарности за эту встречу и вашу помощь с этими ответами скромный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми спелыми, самыми вкусными ягодами, которые есть только на Земле. 1, 2, 3. И мы просим, уважаемая Высшая Я, Арунаса, принять этот скромный подарок. Необычный подарок. Я приму его. Благодарим вас. Нам очень приятно, что вам это понравилось, уважаемый Ги. Больше вопросов у нас нет. Примите на этом месте искренние благодарности от Арунаса, Веры и меня за эту встречу. Очень приятно было с вами общаться. Как я уже сказал, благодарю за встречу. Я очень рад такому неожиданному повороту. Это и есть наша работа. Благодарю вас, Ги. Желаем вам всего наилучшего, высоких вибраций, чистых энергий. И на этом месте мы прощаемся и отключаемся. И отключаемся, Верочка, берем Арунаса и вместе с Ларионой возвращаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Вместе. Отлично. Уважаемая Лариона, как вам встреча сегодня с Высшим Я Арунаса? Как вам эти энергии? По-моему, прекрасные ответы. Замечательные ответы. Очень понятные, глубокие. Благодарю, что я присутствовала при этом.
А высшая я все-таки ответила на все вопросы. Даже если она предупредила, если будут праздные вопросы, тем не менее, мы заметили, что вопросы были таким образом созданы, написаны, что там нечего выкидывать было. Все было правильно сделано. Уважаемая Лариона, примите вы от нас этот подарок традиционный. Большая корзина коверочка появляется с самыми спелыми и вкусными ягодами на земле. Я надеюсь, Ларионе понравился наш подарок в первый раз. Да, мне это уже знакомо. Благодарю вас еще раз. А позвольте вам еще положить в эту корзиночку 5 сортов самого вкусного меда на земле, который есть. 5 сортов. 1, 2, 3. Это наши пчелы собирают. Я думаю, эта энергия вам понравится. Я приму эти подарки. Благодарю вас. Опять-таки, до скорых встреч. Благодарю Арунаса. И напоминаю, что я рядом и слышу все его вопросы. Отлично. Арунас, теперь ваша задача услышать ответы от вашего куратора Ларионы. И тогда можно продуктивно развиваться. Благодарим вас, Лариона. Примите и нашу искреннюю энергию благодарности, и от Арунаса. И мы желаем вам всего наилучшего. До скорых встреч. Прощайте. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Арунас, как вам встреча с вашим куратором и вашим высшим я? Вы все поняли? По-моему, шикарно, есть над чем задуматься. Во всяком случае, я могу вам только подтвердить, что вы на правильном пути. И судя по тому, как высшее я вам отвечала на ваши вопросы, 13 уровень, очень высокий уровень для развития. Продолжайте, работайте, вы все правильно делаете. Хорошо. Будем благодарю за эту встречу. Во благо. И будем возвращать Арунаса сейчас назад, его систему биоробот-душа. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Арунаса в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой зелёнке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.